мы трымаемся традыцию. Это чудовное место, сапраўды такое, ну, вельми незвычайное. На мою думку, лепшего места для святкования купальня не знайсти. Натуры на природе, сярод древ, сярод дубов. Купальский пленэр. Ось Олесь пропоновал такую назву. То есть, что самое магичное, это карагодные спевы. У купальской магнии может сгореть хвороба, неочистики, как кажут старые люди. Ну и те речи, которые нам перешкодали жить. Судовное место, аутентичные гуки, выдатные выконавцы. Артишок на купальском пленэре на хуторе Дудара. Смотрите «Арт и шок» в это воскресенье на «Беларусь-24».